Ребят, всем привет! Вы на канале Алькаш ТВ. Ведем сегодня, можно сказать, эфир от официального дилера с автосалона УАЗ. Значит, много было вопросов, что там с Патриотом, что с двигателем, какие дальнейшие действия, там, как дилер себя там проявляет, какая там лояльность, требую новую машину там и так далее. Там, все, продавай, да так тебе и надо там. Ну, комментариев было куча. Что хотелось бы сказать. Сегодня приехали, поговорили мы, в общем, с руководителем сервиса, поговорили с руководителем по гарантии. Вот. Они мне подарили вот такой вот блокнотик, вот такую вот ручку. И я как бы, в принципе, решил, что, наверное, я за свои деньги куплю голову и больше их не буду беспокоить. Ну, на самом деле, это все шутка. Давайте, если серьезно, значит, по ЗМЗ голове, значит, экспериментов мы никаких проводить не будем. Должна буквально через несколько дней, буквально там 3-5 дней прийти 409-я голова, получается, новая. Будет установлена дилером также по гарантии мне двухрядная цепь сразу, полностью всем комплектом, со всеми шестернями и так далее. Вот. Ну и потом, значит, будем ездить и смотреть. Если в дальнейшем у меня пропадет опять компрессия, либо она при установке новой головы в каком-то из цилиндров также будет маленькая, то, соответственно, уже мы будем на завод делать повторный запрос о замене полностью головы и блока. Правильно, Костя, да? Ну, основных элементов, да, это да. Блок от цилиндров. Ну, понятно, что на весной никто менять не будет, потому что оно целое, да. Ну, в двух словах вы поняли, о чем я. Вот, сначала вроде как бы я запереживал, сейчас мне голову как-то сделают новую, а там потом что дальше будет. Но, что хотелось бы сказать. Дилер сегодня мне полной уверенностью объяснил, что переживать не следует, не нужно, так как на двигатель идет гарантия 100 тысяч километров, либо 3 года. Поэтому машине моей год, в октябре месяце был, на машине 15 тысяч пробега. То есть даже если мы поставим сейчас голову и что-то будет с блоком в дальнейшем, переживаний никаких не должно быть. Ну и, естественно, единственное «но», которое, в принципе, ну, не сильно больших денег стоит, это нужно будет, естественно, поддерживать гарантию и делать плановый ТО каждые 15 тысяч у дилера. Вот. Поэтому я считаю, ничего такого страшного не произошло. Ну, неделя-две, голова придет новая, всякое бывает, и бывает и с Тойотами. Так или иначе, УАЗика продавать пока не планирую. Думаю, будем ездить дальше, смотреть, как развивается эта ситуация. Надеюсь, ответил на все вопросы. Пишите, скоро у нас ждет ремонт нашего Патриота и дальнейшая история. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки тоже ставьте. Пишите комментарии свои, хейтите там меня всяко-разно. Всем удачи, всем пока.